С началом нового учебного года на улицах города заметно прибавилось ребятни. Больше всего рядом с учреждениями образования. В таких местах повышенное внимание к безопасности со всех сторон. Зеленый сигнал, то я считаю, что надо посмотреть по сторонам, мало ли что случится. Когда я передвигаюсь пешком в переход, я обязательно смотрю по сторонам, после этого уже точно перехожу. Мы постоянно объясняем, рассказываем, так как мы живем не в этом районе, и приходится пересекать не одну дорогу, ни один перекресток и ни один светофор. Поэтому об этом говорится каждый день. Только за этот год в Бобруйске произошло 7 ДТП, которые закончились травмами для 8 несовершеннолетних. Дорожные инспекторы не стали ждать и вышли на улицы, чтобы донести истину до каждого. Уважаемые родители, учите детей, как правильно вести себя на дороге. Будьте им примером в соблюдении правил дорожного движения. От того, как вы научите своего ребенка вести себя на дороге, зависит ваше спокойствие и его безопасность. Чтобы ваши дети не стали участниками дорожно-транспортных происшествий, не допускайте, чтобы несовершеннолетние до 14 лет самостоятельно передвигались по дороге на велосипедах, и не оставляйте их без присмотра. Помните, дорога ошибок не прощает. Старт учебного года – это еще и начало масштабной работы по линии ДН. Совместно с ГАИ инспекция проводит рейды вблизи школ, напоминает детям о правилах безопасности, проверяет, как осуществляется пропускной режим в учреждениях образования, имеется ли на стендах профилактическая информация. Проводится ряд мероприятий профилактического характера, обеспечивающие безопасное нахождение детей в учебных заведениях, а также разъяснением действующего законодательства с целью обеспечения не только их личной безопасности, но и соблюдение законодательства нашей страны. БРСМ тоже не стоит в стороне. На базе организации созданы молодежные отряды охраны правопорядка, которые следят за общественной безопасностью. 4 сентября активные горожане присоединились к правоохранителям на территории 3-й гимназии. Очень важно принимать участие в таких комплексных профилактических мероприятиях, как «Внимание, дети!», так это помогает нам предотвращать ДТП с участием детей. Ведь не всегда дети даже знают или обучены, как правильно переходить дорогу или как соблюдать правила дорожного движения. Любая детская травма – беспечность взрослых. Правоохранители призывают родителей позаботиться о безопасности своего ребенка, не оставлять без присмотра, контролировать круг общения и досуг. Сберечь самое дорогое – святая обязанность мамы пап, а лучший пример – собственное. Кристина Риянс, Роман Костюков, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.